Итак, друзья, у нас начинается заключительный матч заключительного тура первенства Юниор Ашлеменс по мини-футболу среди корпоративных команд в серебряном дивизионе конференции С. Сейчас играют в форме черного цвета команда Тинькофф кредитные системы. Их соперники АИЖК играет в форме синего цвета. Итак, давайте посмотрим, что у нас происходит в турнирной таблице. Ситуация у нас достаточно простая. Все команды уже заняли свои места и никаким образом их изменить не смогут. Одержала победу в этой конференции команда МОЭСК. На втором месте закрепился Тинькофф кредитные системы. Третий столбик в нашей турнирной таблице достался команде АИЖК. И Астек является заключительным коллективом в данном дивизионе. Команда уже ни на что не претендует. Всю свою турнирную судьбу определили заранее. АИЖК забивает первый гол в ворота ТКС. Поэтому будем мы смотреть просто футбол, любоваться красивыми забитыми мячами. Я так думаю, что их будет здесь значительное количество. Команды играют исключительно ради своего интереса. Ну что ж, продолжаем мы получать удовольствие от того, что происходит на поле. Преимущество АИЖК, и вы знаете, это уже в определенной степени порождает хоть какую-то интригу. У ТКС не получилось завоевать первое место, ну и под занавес соревнований уступать еще и АИЖК. Это, конечно, результат совсем неудовлетворительный для Тинькофф. Поэтому, думаю, еще за победу они все-таки должны побороться. Большое количество потерь мы сейчас видим, ну, это связано с отсутствием концентрации у команд, когда идет уже даже не то, что товарищеская игра, а вынужденная игра, тут никто излишне концентрироваться и затрачивать силы на борьбу не будет. Еще один удар АИЖК по воротам Тинькофф кредитные системы. Ну, такой тут сейчас был спорный эпизод с игрой вратаря. Многим, прямо скажем, показалось, что вратарь сыграл рукой за пределами штрафной. И можно было это трактовать даже как и фол последней надежды. Но когда идет такая игра, хранить одну из команд, ну, наверное, тоже было бы неправильно. Футбол дружеский. Тинькофф, кстати, вышел вчетвером в поле. Не стал выпускать пятого игрока, хотя имел на то полное право. Ну вот решил попробовать сыграть по системе 4+1. Да, видимо, действительно готовится конференция А. Очень простая комбинация. 1-1 и 5 минут до свистка на перерыв.
Ну что ж, у нас продолжают развиваться события на площадке. Сейчас помощь будет оказана голкиперу команды АИЖК. Будем надеяться на то, что все у него со здоровьем нормально, сможет он продолжить свое выступление. Потому что потерять еще одного игрока для АИЖК было бы совсем плачевно. Пришлось бы звать кого-то из организаторов играть за эту команду. Ну что ж, атака, контратака. ТКС вдвоем против одного защитника и голкипера. Голкипер сыграл здорово. Тиньков никуда не торопится. И незабитые мячи, никаких супер отрицательных эмоций все равно у него не вызывают. Нарушены были правила. Игра рукой. Второй фол у ТКС. Тайм-аут берет команда АИЖК. Ну что ж, друзья, реклама Coca-Cola с Фабио Капелло, где он расставляет бутылки с именами футболистов, дала творческий простор и посыл всем остальным игрокам, тренерам и так далее. Вот сейчас мы видели, как Шадрин показывал своим товарищам по команде будущую комбинацию на примере стаканчиков, кроссовка и других, может быть, не таких заметных для нас атрибутов. А тем временем в контратаке очень неплохие действия показала нам команда ТКС. Не удалось забить, но будет еще один угловой. Где угловой аут, но позиция была близка. Терентьев не упустил мяч все-таки за пределы поля. Неточность в передачах пока мешает ТКС. Минута 30 остается до свистка на перерыв. У нас по-прежнему равенство по одному забитому мячу у каждой из команд. АИЖК в контратаку бросил Шадрина. Не получилось у него один в один обыграть. И ответная контратака. Нет, вратарь здорово здесь сыграл. Будет еще один угловой.
Ох, как здорово сейчас четвертый номер АЖК мяч обработал, затем выстрелил по воротам. Не попал немножечко в створ. Снова неточная передача. Чуть-чуть поточнее. ТКС мог уходить тайм-аут с преимуществом. Ну что ж, сейчас нас ожидает перерыв. Посмотрим, изменится ли после него игра. Ну а пока небольшая пауза. Ой, так здорово, когда тайм игра начинается с такой хорошей, невынужденной и неподготовленной заранее шутки. Шадрин продолжает поражать всех нас и соперников какими-то тактическими идеями, но вот не всегда у его партнеров по команде получается эти идеи воплощать. О, какой курьезный гол сейчас забивает АЖК, счет становится 2-1. Ну что ж, снова преимущество команды АИЖК. Тинькофф кредитной системы после этого пропущенного мяча заметно обозлился. Там скамейка подсказывала своим, что надо уже в конце концов в футбол играть, а не... Вот не могу сказать, с чем сравнили это занятие футболисты, сидящие на скамейке. Да, счет становится равным 2-2. Ну что, ждем еще одну интересную комбинацию от АИЖК. Центра поля или все-таки не будет ее? Ну, не стали пока включать, решили оставить на более важный момент. Шадрин с мячом, можно сейчас забить. Шадрин всех обвел. Ой, здесь, конечно, было проще забить, чем промахнуться. Атака 3 в 2 с численным преимуществом ТКС. Удар по воротам плотный, сильный, но не хватило немножечко точности. Да, действительно, было сейчас две передачи голкиперу. Будет свободный удар с линии штрафной. Ну что ж, хорошая возможность для АЖК, чтобы забить третий мяч. Тем более, я думаю, есть у них в активе наигранные домашние комбинации. Все собрались сейчас непосредственно около ворот. Интересно, куда будет Шадрин мяч посылать. Обратная передача на Шадрина, но здесь через такой частокол ног не получилось мяч прокинуть. Счет остается прежним, равным 2-2. Хороший заброс ТКС, удар, ну, мяч попадает непосредственно в голкипера. Здорово он сыграл на выходе. 6,5 минут до финального свистка. Снова Шадрин пошел вперед сам. Тут пас надо делать, но закончилось поле неожиданно для него. Еще один удар в исполнении ТКС. Ударов много, но вот ТКС что-то сегодня катастрофическое случилось с точностью. Я ощущался этого матча предыдущим против МАЭСК.
когда не удалось вырвать победу. Я считаю, и ощущается сейчас. При еще одной ничьей, теперь уже против Айжака. Куликов. Очень красивый гол. Сейчас забивает Тинькофф кредитные системы. Ну что ж, разнообразили они этот матч. 3-2 становится счет в их пользу. Еще чуть меньше 5 минут предстоит командам провести на поле. 3-2 Тинькофф кредитные системы обыгрывает АИЖК. А вот близкий к угловому исполняет АИЖК. У мяча, естественно, Шадрин. Главный модератор атак этой команды. АИЖК. Давно мы от них не видели такого контроля мяча. Здесь навес не получился. Че, кого вратаря поставил? Разворачивает очередную атаку АИЖК, но вот здесь вот скорости не хватило четвертому номеру. Как будто бы не поверил он, что может мяч к нему во владение прийти. Попытка навеса, но здесь как-то не напоняли друг друга футболисты. АИЖК. Надо отдать должное команде. Очень активно они продолжают атаковать. И, казалось бы, сил-то у них уже не должно остаться после даже прошлого очень активного поединка против Маэск. Но бьются. Сражаются исключительно за свой престиж. Сейчас в составе ТКС замена. Выпускают они полевого игрока вместо голкипера. Ну, необычное решение с учетом того, что у ТКС преимущество в счете. Ну, сейчас идет та игра, когда можно попробовать самые разные комбинационные и тактические схемы. Не прошла красивая передача пяткой. Коваленко исполнил угол аут, но исполнил его с нарушением правил. Дальний выстрел. Ну, здесь придется вратарю побыстрее немножечко возвращаться в собственные владения. Очередная атака ДКС. Гол 4-2. Полторы минуты до финального свистка. 90 секунд у АИЖК для того, чтобы отыграть отставание в 2 мяча и закончить сезон ничьей. Атака, ну, здесь вчетвером против 1 защитника. Я такого не видел, я вам скажу честно. Ни атаки с таким преимуществом, ни такого исполнения, точнее, не исполнения.
Очередная атака была с численным преимуществом ТКС. И продолжается она, но уже надо просто забить. Синьков, а то это футболом нельзя будет назвать. 30 секунд до финального свистка. Я думаю, что ИЖК уже особо не будет лезть в атаку. И у Тинькофф кредитные системы времени не хватит. Нужно подводить какие-то выводы. Во-первых, хочется поздравить МАЭСК с победой в данном дивизионе. А тем командам, которые на поле находятся, пожелать большей концентрации, большей собранности и в составе, и в тех матчах, которые эти команды проводят. Увидимся с ними в следующем сезоне. Всем хочется сказать спасибо и до новых встреч.